Вторая часть Амандей. И мы продолжаем проходить. Даже сейчас, спустя столько лет, она иногда напоминает мне, насколько я плохой повар. Ты на самом деле хороший повар. Очень смешно, ха-ха-ха. Так бы и сказал кое-что. У меня для тебя небольшой сюрприз. Подожди, сейчас приду. Чё, обоссалась? Ты так смешно там выглядела. What the fuck is this, она? Мигалки, милые, ты, дорогуша, больше меня ж убереги. Смотри, что я с собой принесла. А, гитара. Гитара, ты играешь? Да. Не очень хорошо, но я стараюсь научиться. Здорово, я никогда не слышал, как играют на гитаре вживую. Тебе повезло, сейчас ты услышишь то, что я недавно сочинила. Сейчас такой рэпчик будет какой-нибудь. Жду с нетерпением, давай, начинай играть. Только не суди строго. Хорошо. Ладно, послушаем. Понятно. У меня уже ухо болит из-за этой музыки. Ладно, шучу. Это было здорово для новичка. Правда? Да, тебе правда стоит продолжить учиться играть на гитаре. У тебя есть все шансы стать великим музыкантом. Здесь один не заткнул там. Ха-ха, не преувеличивай. До великого музыканта мне как куту до рыбы в холодильнике. А наш кот умел открывать холодильник. Ладно, неважно. Ха-ха, у тебя всегда такие странные сравнения, зато оригинально. Надеюсь, когда-нибудь я закончу эту песню. Обязательно скажи мне, когда будет готово. Я хочу услышать, что получится. Ладно. Помню, как мои родственники выезжали на природу. Я тогда еще только в школе начала учиться. Сколько лет назад было, интересно? Я поначалу не хотел с ними ехать, но у меня и шансов не было, что меня могут оставить одного дома. Так что меня взяли с собой. Да ладно. Меня в детстве тоже боялись оставить одну дома. Но если такое случилось, обычно происходило что-то, за что я потом была наказана. Ха-ха. Ха-ха. Много проказничала. Я тоже сейчас один дома, как бы. И вот снимаю видосы для вас, как бы. Ничего обычного. Я уже где-то месяца три один остаюсь. Или четыре даже. Нет, ну, может, иногда. За три месяца я стал ютубером. Интересно. Ладно, неважно. Ха-ха. Тогда мы с родственниками поехали в лес. Или в баню. Все оказалось не так плохо, как я ожидал. Я залазил на деревья. Я тоже лазил в деревья по деревьям. И меня даже не ругали за это. Разжигая костер, жарил зефир. Было даже весело. Ага, я помню, как я зефир жарил. Всю пачку кинул в костер. Типа, вот зефирки жарите. Ладно, неважно. Забудьте. Я не повар. Да и мне кажется,
А мне нравится смотреть на костер и чувствовать так, а не как от него исходит жар. Это здорово. Ощущать себя немного диким, наверное. Он дикий человек. Сейчас все эти поездки в лес вспоминаются как другая жизнь, как сон, как что-то, чего не было на самом деле. Гитлера, может быть, не было на самом деле. А нет, это плохой человек, надо называть. Сорян. После окончания школы такого больше не происходило. Жизнь стала другой. Молодости делаешь нам больно. А, ладно, неважно. Как будто все маленькие радости, которые были в жизни, куда-то пропали. И как бы ты не хотел, ты не можешь вернуть этого. Наверное. Давайте дальше. Иногда мне нравится твое грустное настроение, когда ты такой задумчивый. Люблю тебя, Дэвид. Я тебя тоже, Эвен. Я скупил на денег, Самуэл. Это был счастливый день, даже лучший в его жизни. Игра. Надеюсь, мой проект окупится. И я смогу получить немного больше денег, чтобы какое-то время не работать. Эта работа меня так утомляет, может, когда-нибудь я найду что-то получше. Дэвид? Надеюсь, что найду. А что найти? Сейчас что-то плохое случится, мне кажется. Как же я устал. Лучше бы я вызвал такси. Глаза закрываются сами собой, жутко. Хочется спать. Мне вот кажется, вот сейчас он реально врежется и расхерачит тачку к чертам. Еще этот дурацкий туман, совсем ничего не видно. Нет, ну сейчас я начну, что будет плохое, мне это не нравится уже. Он уснет и... Вот я не знаю, но у него такое просто предчувствие очень плохое. Звук автомобильной аварии. Вот я о чем и говорил. Внезапный удар, звук разбитого стекла, он был зажат в тиски и не мог пошевелиться, ему было жутко больно. Да ладно, а мы не знаем якобы. Пипец. А где стекло разбитое? Он чувствовал, как Егор покидает жизнь, но почему-то ему казалось, что это еще не конец, что его жизнь не останется так просто в одно мгновение. Пустота не наступила, он знал это. Блин, как быстро они исчезают эти. Summon Day. Да, прикольно. Это еще не конец игры. Эта игра очень долгая. Игра сохранена. Ладно, ребята, пока. Вот скоро выйдет третья часть, но не сегодня. Но я обещаю, что я не заброшу этот проект.